На кого не есть после святыни, то и не будет ни своими. Слава тебе, Святой Святой. Аминь. Все помылись в бане? Да, да. Кто не может? Таких нет. Я хочу вам просто вдолбить в голову. Всякие вещи, которые назначили. Фуражка для чего? Сильно говорю. На голове. А обувь для чего? Железка-то для чего стоит? Бить колоком. Бить колоком. Ваню притащил сюда и стоит, показывает. Рядом маленькие ребятишки, железяка тяжеленная. Зачем ты это сделал? Ходи сюда. Ты еще умный очень? Найти ему железяку дать, и вот здесь вот ты отдельно будешь тренироваться все время. Я не против. Ну будь тяжелый, тяжеловес, как Жаботинский. Но не это же здесь, когда вот такие рядом стоят, и ты перед ними стоишь, железяки вот здесь машешь. Так, найти ему хорошую железяку, примерно по весу. Выделить ему место, площадку, он там около березы. И пусть он там, кому надо, другое в другом конце. Мы все сделаем для тебя, чтобы ты был сильный. Становись. Провокатор. Платочка. А выступать не надо, я и так вижу. Ну, что не показываешь? Попрятались. А ну, Василиса, все, с Богом, за стол. Знаете, Тихонович, смотрите, какой я яркий ветром построил башню с Леонидой. Да. Как я это построил? Это я там. Все, Леонида помогала. Это да. Я не знаю, мне надо спросить, как сильно строил это Леонида, как она одобрит, нет? Вот Диана. Леонида, ну как? Она там чуть-чуть помогала. Ну это ничего? Нет. А вы песок-то весь отсюда не вывалите, а туда? Нет. И как ее называть? Водонапорная башня. Гигантская. Как? Водонапорная башня. Водонапорная. Вы туда воды налезли с кем-то. Ну, сейчас придумайте что-то, как... Бойница. Смотрите, это как сердце. Как мышь будете травить? Боль. Ну все, уйдет в песок. Все, уходим. Крысу кинуть. Никто не ломай, не подходи. Почти весь песок сразу же упадет. Отсюда надо ведра два еще принести. Вот она, опорная башня, не забыть бы только. А что это инструмента там? А я там стол ремонтировал. А кто работал? Стол, я ремонтирую там стол. В комнате отдых. Так, осторожно, здесь на полу грязно. Сейчас наставил его. Ничего на пол не ронять. Программа простая. Сейчас поедите, где-то в закутке побудьте. И потом хотя бы на часок усните. Хотя сегодня служба, у батюшки-то видно нету. Короткая будет. А потом придете и нос ходите опять вечерком. Мы поищем там такие фильмы. Страшные 6 смотрели? Фильм 6. Страшный? Нет. Страшный. Пропал Антихрист, они его задают. Так, внимание, Господи, Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. А слава Богу.